Следующая остановка – улица Комсомольская. Следующая остановка – медицинский университет. Уважаемые жители Волгоградской области, сделайте выбор в пользу военной службы по контракту. Военная служба по контракту – это заработная плата до 500 тысяч рублей. Это 30 действий региональных мер поддержки военнослужащих и их семьи. Подать заявление можно при работе по месту жительства в многофункциональных центрах занятости населения, администрации. Военная служба по контракту – это твой. Телефон горячей линии 117. Уважаемые жители и гости города-героя Волгограда, с целью предотвращения угроз вашей и общественной безопасности при обнаружении подозрительных предметов и автомобилей, а также в случае, если вы стали свидетелями подозрительных действий каких-либо лиц, необходимо незамедлительно позвонить на единый номер экстренных служб 112. Просим вас проявлять бдительность. Доверять только официальным источникам, избегать дезинформации из непроверенных каналов и из рассылок мошенников. Thank you.
Медицинский университет. Следующая остановка – улица Краснознаменская. Убедительная просьба – быть взаимовежливыми. Уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам и людям старшего возраста. Скажите, юбилейный, конечно, кинотеатр юбилейный, второго автобуса. Не знаете? Извините, а вы не в курсе, юбилейный, конечно, да? Остановка, юбилейный, да? Спасибо. Следующая остановка – торговый центр. Уважаемые пассажиры, для безналичной оплаты проезда воспользуйтесь терминалом оплаты наличными. Оплата наличными – пожалуйста. Следующая остановка – гостиница «Южная». Автотранспортное предприятие проводит набор на обучение водителей категории «Д». За подробной информацией обращаться в отдел кадров по телефону 927-251-82-81. 927-251-82-81.
Семья – самое ценное для каждого из нас. Время, проведенное вместе, бесценно. Участвуйте в проекте всей семьей. Выполняйте простые задания. Вас ждут новые эмоции, классные фотографии и приятные призы. Соберите коллекцию семейных впечатлений. Подробности на сайте всесемьей.рф. Ваша семья станет еще крепче и дружнее. Улица Огарёва. Следующая остановка – улица Кузнецкая.
улица Кузнецкая. Следующая остановка 48-я школа. Уважаемые пассажиры, при обнаружении в салоне общественного транспорта подозрительных предметов и забытых вещей не прикасайтесь к ним. О находке необходимо незамедлительно сообщить водителю или кондуктору. О действиях подозрительных лиц сообщайте по телефону 112. Школа. Следующая остановка – улица Елисеева. Улица Елисеева. Следующая остановка – улица Ардатовская.
Следующая остановка – улица Чигиринская. Уважаемые жители и гости города-героя Волгограда, с целью предотвращения угроз вашей и общественной безопасности при обнаружении подозрительных предметов и автомобилей, а также в случае, если вы стали свидетелями подозрительных действий каких-либо лиц, необходимо незамедлительно позвонить на единый номер экстренных служб 112. Просим вас проявлять бдительность, доверять только официальным источникам, избегать дезинформации из непроверенных каналов и из рассылок мошенников. Сельхозтехника. Следующая остановка – Аграрный университет. Уважаемые жители Волгоградской области, сделайте выбор в пользу военной службы по контракту является главным комплексом тысяч автомобилей. Это 30 действенных региональных поддержки военнослужащих и их семей. Подать заявление можно в военкомате по месту жительства. Сера.
Аграрный университет. Следующая остановка – улица Прямая. МВД России предупреждает. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны. Следующая остановка – стадион «Нефтяник». Уважаемые пассажиры, при обнаружении в салоне общественного транспорта подозрительных предметов и забытых вещей не прикасайтесь к ним. О находке необходимо незамедлительно сообщить водителю или кондуктору. О действиях подозрительных лиц сообщайте по телефону 112. Газы и нефти. Следующая остановка – Зеленое кольцо. Убедительная просьба. Быть взаимовежливым. Вступайте в места пассажирами с детьми, инвалидом и людям старшего возраста.
Семья – самое ценное для каждого из нас. Время, проведенное вместе, бесценно. Участвуйте в проекте всей семьей. Выполняйте простые задания. Вас ждут новые эмоции, классные фотографии и приятные призы. Соберите коллекцию семейных впечатлений. Подробности на сайте всесемьей.рф. Ваша семья станет еще крепче и дружнее.
центр «Лента». Следующая остановка – торгово-развлекательный центр «Акварель». Уважаемые пассажиры, при обнаружении в салоне общественного транспорта подозрительных предметов и забытых вещей не прикасайтесь к ним. О находке необходимо незамедлительно сообщить водителю или кондуктору. О действиях подозрительных лиц сообщайте по телефону 112. Автотранспортное предприятие проводит набор на обучение водителей категории D. За подробной информацией обращаться в отдел кадров по телефону 927-251-82-81. 927-251-82-81. Общественной безопасности при обнаружении подозрительных предметов и автомобилей, а также в случае, если вы стали свидетелями подозрительных действий каких-либо лиц, необходимо незамедлительно позвонить на единый номер экстренных служб 112. Просим вас проявлять бдительность, доверять только официальным источникам, избегать дезинформации из непроверенных каналов и из рассылок мошенников. Санаторий «Волгоград». Следующая остановка – энергетический колледж.
Энергетический колледж. Следующая остановка. Поселок Руднево. Убедительная просьба. Будь взаимовежливым. Уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам и людям старшего возраста. Следующая остановка – колледж имени Вернадского. Уважаемые жители Волгоградской области, сделайте выбор в пользу военной службы по контракту. Военная служба по контракту – это заработная плата до 300 000 рублей. Это 30 действий, которые поддерживают военнослужащих и их семьи. Подать заявление можно в автомате по месту жительства. Сообщайте по телефону 112.
Угу. Нет, бывает не сразу. Владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просит обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны. Следующая остановка – больница номер 9. Убедительная просьба. Будь взаимодействием. Вступайте в места пассажиров с детьми и инвалидов старшего возраста. Находясь на улице города, строго соблюдайте правила дорожного движения. При переходе проезжей части пользуйтесь подземными и наземными пешеходными дорогами. Переходите улицу только на зеленый сигнал света. Берегите свою жизнь. Не создавайте опасных ситуаций для себя и окружающих. Ну, мне пошел куда-то.
сказали, что там так, просрочка есть зачет документа, там косячок, там, но там, опять же, мой косяк, зачет, который вообще не косяк построен с тем, что там попало ко мне в плагине. Тоже так. Поэтому вы мне сказали, типа, сдали не вовремя. Я сдал не вовремя, потому что вы другие свою работу не сделали. Пришлось нашей кафедре, обычно людям, которые вообще за это ответственны, отдуваться за те, которые на 2 года в нашей кафедре. Больница номер 9. Следующая остановка – угол парка. Семья – самое ценное для каждого из нас. Время, проведенное вместе, бесценно. Участвуйте в проекте всей семьей. Выполняйте простые задания. Вас ждут новые эмоции, классные фотографии и приятные призы. Соберите коллекцию семейных впечатлений. Подробности на сайте всесемьей.рф. Ваша семья станет еще крепче и дружнее. Следующая остановка – улица Бамбуковая. Транспортная карта «Волна» – современный, быстрый, экономичный способ оплаты проезда. Множество выгодных тарифов, удобства использования. Подробнее на сайте vog-tk.ru. Уважаемые пассажиры, при обнаружении в салоне общественного транспорта подозрительных предметов и сайта «Пощадка», сообщайте по телефону предметов и автомобилей, а также в случае, если вы стали свидетелями подозрительных действий каких-либо лиц, необходимо незамедлительно позвонить на единый номер экстренных служб 112. Просим вас проявлять бдительность, доверять только официальным источникам, избегать дезинформации из непроверенных каналов и из рассылок мошенников. Следующая остановка – Химия.
Химгородок. Следующая остановка. Тепличное хозяйство. Уважаемые пассажиры, для безналичной оплаты проезда воспользуйтесь терминалом оплаты на поручни. Оплата наличными у водителя. Площадка. Следующая остановка. Восьмая площадка. Площадка. Следующая остановка. ЖС «Олимпик».
Следующая остановка. В том числе. Транспортное предприятие проводит набор на обучение водителей категории Б. За подробной информацией обращаться в отдел кадров по телефону 927-251-82-85. 927-251-82-85. Следующая остановка – школа номер 115. Уважаемые пассажиры, при нарушении стороннего общественного транспорта подозрительных предметов и забытых вещей не прикасайтесь к ним. О находке необходимо незамедлительно сообщить водителю или кондуктору. О месте подозрительных лиц сообщайте по телефону 112. Thank you.
любыми людьми и людьми старшего возраста. Находясь на улице города, строго соблюдайте правила дорожного движения. При переходе проезжей части городских улиц пользуйтесь подземными и наземными пешеходными переходами. Переходя на улицу только на зеленый светофор. Берегите свою жизнь и создавайте опасные ситуации для себя и окружающих. Дышево. Следующая остановка – 63-я школа. Уважаемые жители и гости города-героя Волгограда, с целью предотвращения угроз вашей и общественной безопасности при обнаружении подозрительных предметов и автомобилей, а также в случае, если вы стали свидетелями подозрительных действий каких-либо лиц, необходимо незамедлительно позвонить на единый номер экстренных служб 112. Просим вас проявлять бдительность, доверять только официальным источникам, избегать дезинформации из непроверенных каналов и из рассылок мошенников. Ценное для каждого из нас. Время, проведенное вместе, бесценно. Участвуйте в проекте всей семьей. Выполняйте простые задания. Вас ждут новые эмоции, классные фотографии и приятные призы. Соберите коллекцию семейных впечатлений. Подробности на сайте всесемьей.рф. Ваша семья станет еще крепче и дружнее.
остановка – улица Пролетарская. Следующая остановка – бульвар Энгельса. Следующая остановка – проспект Героев Сталинграда. Уважаемые пассажиры, при обнаружении в салоне общественного транспорта подозрительных предметов и забытых вещей не прикасайтесь к ним. А находке необходимо немедленно сообщить водителю или кондуктору. О действиях подозрительных лиц сообщайте по телефону 112. Ленина.
судоходный канал имени Ленина. Следующая остановка – комплекс «Юбилей».